Вот 9 сентября сегодня, и пошел дождь, всю ночь шел дождь. Хорошо, а то все уже засохло. Вот такой вот белый-белый лук и такой фиолетовый лук. Помидоры средний, перец средний, яичко обыкновенное. Сегодня на пляже будет скучно, но мы поедем в Евпаторию. Серенький сидит, сейчас мы его накормим. Едем мы в Евпаторию. До вокзала улица Фрунзе прямо уйдет.